Рождество уже стучится в двери. Дом украшен, елка на месте. Значит, совсем скоро тут будет Санта. Уф, добрался. И зачем нужны такие узкие камины? Совершенно непрактично. Сверимся с навигатором. Все верно, я на месте. Курс налево. Прямо к елочке. А вот и долгожданные подарки. Все это путешествие только ради них. Санта, осторожнее. Это очередная детская ловушка. Это же Санта! От детей можно ожидать чего угодно. Без паники. Нужно просто снять эту штуку и приложить к руке что-то холодное. Да-да, мистер Клаус, угощайтесь печеньем. Вау, настоящий Санта! Прямо в комнате. А я пока проверю ваш мешок. Там точно найдется идеальный подарок. Наконец-то! А вот и оно! Надо только дотянуться. А Санте уже пора. Он и так засиделся в гостях. Где мой мешок? Вперед! О, нет! Кайли в ловушке. Что же с ней будет? Фух, наконец-то я дома. Можно снять этот праздничный маскарад. Для всех Рождество – это веселье. А для Санты – тяжелая работа. А ты еще кто такая? Мистер Клаус, только не падайте в обморок. Упс! Я не хотела вас напугать. Я же у Санты дома. Тут же полно волшебства. Кайли непременно должна все разузнать. Девочка. Тут была какая-то девочка. За ней. А вот и она. Фабрика рождественских подарков. Именно тут творится подарочная магия. И здесь, конечно, трудятся эльфы. Верные помощники Санты. Вау! Мечты сбываются. Кайли сейчас поможет всем детишкам мира и откроет для них подарки. Мишка, ты теперь мой. Лучшее Рождество в жизни. Но не оставлять же коробку пустой. Малыш тогда расстроится. Но предположим, что этот ребенок плохо себя вел. Ему достается уголек. Пусть подумает над своим поведением. А что в других коробках? Не время отдыхать. Еще так много подарков нужно открыть. Санта, тревога! Детишки недовольны своими подарками. Так-так, посмотрим, что случилось. Вместо игрушек они получают угольки. Все ясно. Эта девчонка уже на фабрике игрушек. Я до тебя доберусь. Ой, Санта, привет! Ах, вот ты где! Девочка, ты плохо себя ведешь. Рождество – это не шутки. Ну вот, попалась. А как все хорошо начиналось. Санта, ну подумаешь... Побаловалась немножко. Что здесь такого? Сиди здесь и ничего не трогай, понятно? Я слежу за тобой. Как хорошо, что Санта не умеет вязать узлы. Выбраться из этой ловушки проще простого. Кайли на такое способна. Жаль, только дверь заперта. Кайли в ловушке. Но когда под рукой есть леденец, можно решить любую проблему. Кайли умеет обращаться со сладостями. А вот и заветный ключик. Пора искать приключения. Вау, это же ванная комната Санты. Тут он причесывает свою бороду и умывается. Проверим, чем он чистит зубы. Ой, как же холодно. И как теперь говорить? У Санты даже в кране лед. В этом доме волшебство повсюду. А вот здесь уже водичка. Но радоваться рано. Она такая холодная, что вмиг заморозит. Кто-нибудь, на помощь. Я же говорил, ничего не трогай. Но ничего не поделаешь. Надо срочно разморозить ребенка. Посиди у камина, погрейся. И вот тебе горячий шоколад. Но больше ничего не трогай, договорились? Обещаю, мистер Клаус. Холодной ванной мне вполне хватило. А я буду тебя охранять. Но Санта так устает в Рождество. Дедушка, вы уже спите? Тогда не буду вас тревожить. Отдыхайте. А я пока на разведку. Кайли неисправима. Какой же скучный у Санты гардероб. Но эта одежда еще может пригодиться. Санта скоро проснется, и нужно его обязательно порадовать. Где моя любимая пижама? Опять она. Да сколько можно? Что ты делаешь, девочка? Санта, ну наконец ты пришел. Я смастерила для тебя небольшой подарочек. Нравится? О, как это мило. Но это был отвлекающий маневр. И куда она опять пропала? Неисправимый ребенок. Убежать от Санты пара пустяков. Где же она? Может, здесь?
Попалась. Даже трудолюбивым эльфам иногда нужен отдых. За работу, боец. Игрушки сами себя не сделают. Как скажете, Санта. Этот дворец такой огромный. Ему ни за что не отыскать здесь ребенка. Хотя, дети же любят сладкое. Заманим девочку вкусняшками. Больше, больше сладкого. Приманка сработала. Вот и попалась. Сейчас я доставлю тебя домой. И этот рождественский кошмар закончится. Но мешок – штука ненадежная. Его так легко разрезать. Не на то напал Санта. Где же спрятаться от мистера Клауса? Он прирожденный сыщик. Но об этом я подумаю позже. Сначала доберусь до этой огромной звезды. Без подарочной лесенки не обойтись. Иди ко мне, моя прелесть. Ой, мамочки, держите меня. Вот что бывает, когда не слушаешься взрослых. Чутье подсказывает, что ребенок где-то здесь. Хорошо, что приземление оказалось мягким. Ты наказана, девочка. Ох, Санту сейчас лучше не злить. Ну и ладно. Подумаешь, наказана. Я с вами не разговариваю, мистер Клаус. Даже не пытайтесь меня развеселить. Ребенок грустит. Непорядок. Есть идея. Дети же любят книги. Это отвлечет ребенка от грустных мыслей. Ну уж нет. Что может быть скучнее книг? А музыка? Смотри, у меня тут целая музыкальная коллекция. А вот это уже лучше. Зажигаем? Оказывается, Санта знает толк в хорошей музыке. Мистер Клаус, присоединяйтесь. Устроим танцевальный батл. Но кажется, Санта уже староват для танцев. Я так не играю. Ну, пожалуйста. И чего только не сделаешь ради детской улыбки. Я готов, девочка. Включай громче. Сейчас Санта докажет, что умеет веселиться. Мистер Клаус, мы отличная команда. Говорила же, мы подружимся. А вы хотели отправить меня домой. А сейчас минутка волшебства. Снег прямо в комнате. Это так по-рождественски. И так успокаивает. Наконец-то Кайли заснула. Санте не помешает минутка тишины. Дети такие милые, когда спят. Ничего себе! У Санты целая коллекция детских писем. Но малыши хотят только игрушки. Ничего интересного. Упс, какая я неловкая. А тут что? Да это же список желаний Санты. Сейчас посмотрим, о чем он мечтает. Скутер, приставка, красные носки. Это все так обычно. Но главное желание Санты – семья. Действительно, в кругу близких всегда тепло и уютно. Кайли точно знает. У нее такие замечательные родители. Мистер Клаус исполняет все детские мечты. Но о нем никто не заботится. Это нужно срочно исправить. И куда опять делся ребенок? Кажется, девочка узнала все его секреты. Это нехорошо. А Кайли пора приступать к осуществлению плана. Что еще за елкотрясение? Мистер Клаус, нам пора домой. Даже не думай, девочка. Я же хорошо себя вел. Но Кайли не собирается отступать. Располагайся, Санта. И познакомься с моими родителями. Рада вас видеть. Спасибо, что присмотрели за Кайли. Мистер Клаус, вы же хотели семью. Вот же она. Самое настоящее. А сейчас время рождественских обнимашек. Даже добрые волшебники нуждаются в семейном тепле. Понравилась наша рождественская история? А тебе хотелось бы оказаться в доме Санты? Расскажи в комментариях, ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти еще больше добрых семейных скетчей на канале Трум-Трум Селект.